Я Лукас Бивард, CEO и основатель Crowdflower. Crowdflower берет очень простые, однообразные задачи и помогает компаниям найти в сети исполнителей. Например, мы работаем с компанией, которые занимаются ритейлом в интернете, и помогаем им улучшить результаты поиска. Находим миллионы людей, которые эти данные оценивают. Они записывают, насколько результаты соответствуют запросу, после чего компания узнает, в каких случаях выдаются некачественные результаты и где надо изменить алгоритм. А B2B-компаниям мы помогаем проверять и сохранять актуальность баз данных партнеров и клиентов. Я придумал Crowdflower, когда работал в своей предыдущей компании. Там мне нужно было разобрать множество данных. В компаниях часто куча грязной, запутанной информации, с которой нельзя работать автоматически. И у нас как раз была такая куча данных. Никто не знал, что с ними делать. Нам нужны были люди, которые бы эти данные проверяли. И я как-то подумал, зачем нанимать аутсорс в Индии, если можно опубликовать данные в сети и заплатить людям за эту работу. Многие волновались, что качество будет низким. Но я попробовал, и результаты оказались очень качественными. Все сработало так здорово, что я загорелся идеей, захотел помочь остальным компаниям пользоваться этим решением. Краудсорсинг нужен для срочных задач, которые может выполнить максимально широкий круг людей максимально быстро. Мы проверяем для компании результаты поиска, которые производят поисковики. Раньше поисковик сам нанял бы пару людей, которые бы целыми днями проверяли эту информацию. А мы можем найти миллион людей, которые проверят все в один момент. Таким образом, качество поиска можно оценить сразу после того, как вышла новая итерация продукта. Наша задача — сделать краудсорсинг доступным для всех предпринимателей. Ведь это очень важный бизнес-процесс. Каждая компания должна иметь этот инструмент в своем арсенале. Намного эффективнее вывесить простую задачу в сети, чем обращаться в аутсорс-компанию, чтобы они снимали офис, набирали людей, которые работали бы с 9 до 5, покупали этим людям ноутбуки, столы, туалеты ставили. Почему бы просто не дать людям в интернете возможность заработать? Это экономит всем много денег. Я думаю, краудсорсинг заметно повлияет на глобальный рынок труда. В США люди все больше работают на проектах по контракту, не задерживаясь подолгу на одном месте. Считаю, когда человек 30 лет работает на одну компанию, это плохая модель, неэффективно. Интернет даст возможность работать принципиально по-новому. План Б на сайте rbk.ru.